10 лістопада у Могилеве перекроють рух уздовж Пушкинского проспекта с 19:00 до полуночи. Как поведомили областную державную инспекцию, это связано с демонтажом составных опоров. Специалисты докладывали, на что проезд уздовж проспекта будет перекрыт от дома номер 41 до дома номер 61, от пересечения с улицы Островского до пересечения с улицы Федорова. В связи с этим водителям рекомендуют не парковаться в этот час на проезде, как не створать перешкоды для дорожных работ.